Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойный есека воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреси из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, силу честного животворящего креста и святых ангелов наших хранителей, всех святых, помилуй и спаси нас. Яко благ и человеколюбец. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не колишь сотворить благое перед Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде есы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю приди, вселись вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую петь вопием Ти сильнее. Свят, 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 еси Боже Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвиг меня, еси Господи. Ум мой просвети и сердце, и устне мои отверзи. Во еже петь и Тебя, Святая Троица. Свят, 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 еси Боже Богородицу, и помилуй нас. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и кое-гожды деяния обнажатся. Но страхом зовем в полунощи. Свят, 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 еси Боже Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения
не прогневался, еси на меня ленивого и грешного, ниже погубил меня си с беззакониями моими. Но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянно лежащего воздвиг меня еси. Будей же утренню тебе славословить и державу твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатися словесем твоим, и разумейте заповеди твои, и творите волю твою, и пейте тебя в исповедании сердечно, и воспевайте все святое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 145. Аллилуйя! Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иакову, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в рот и рот. Аллилуйя! Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гусли. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, уповающим на милость его. Хвали, Иерусалим Господа, хвали, Сион Бога твоего, ибо он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю. Быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками. Перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает. Подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу. И судов его они не знают. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! От сна восстав полуночную песнь приношу тебе спаси, и припадая вопию тебе, не дашь мне уснуть и во греховной смерти, но щедро мне распнися волею, и лежащими бледностью ускорив восстави, и спаси меня в предстоянии молитве, и по сне ночнем высияме день безгрешен Христе Боже, и спаси меня. К тебе, владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела твоя подвязаюсь милосердием твоим, и молюсь о тебе. Помоги мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, видев царство твое вечное,
Ты бы, еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и подателя тебе же все упование мое, тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи же, многою Твоею благостью, великими щедротами Твоими, дал еси мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живые и несмиренные презирай, сердца же утробы испытуй, сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применения или приложение синения. Сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающий, от скверных Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же в слове, я же в деле, я же мыслью, видением или неведением согрешенный нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящее житие ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Он же со славою Судья всех приидет, кому жду дать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови. В радости божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты боишься истинный свет, просвещай и освещай всяческое, и Тебя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояя окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною, насильцем смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю, покровителю окаянной моей души и тела, вся мне прости, великим тебя оскорбих во все дни живота моего, и яще, что согреших в предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного. Я ни в коем кресте прогневаю Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно меня покажет раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, вся скверна, лукавые, хульные помышления, от окаянного моего сердца, помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, яко нищесим и окаянен, и избави меня от многих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех дей злых свободи меня, яко благословенности от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Александр, Ростислав, Андрей, Антоний, Виталий, Владимир, Галина, Геннадий, Наталья, Евгений, Ездра, Екатерина, Елена, Иоанн, Игнатий, Игорь, Илья, Ирина, Петр, Константин, Людмила, Надежда, Наум, Николай, Ксения, Роман, Михаил, Таисия, Юлия, Вячеслав. Як усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы на сопротивное даруй, и Твоим сохраняй крестом Твоим жительству. Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных Отец наших и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благо человека любец. Аминь. Исповедую Тебе, Господу, Бога моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, делом, словом и помышлением, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, и всеми моими чувствами, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богому, представляю, и имею волю каетеся. Точью Ты, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, яко благ и человека любец. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный. Господи, слава Тебе! Слава Тебе, наш милосердный Бог Иегова! Аво Отче, свят, 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 Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! Аллилуйя! Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение! Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который Ты мне даровал веру Твою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне даровал Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! И в вечности воздай милости Твоей всем, кто трудился и трудится над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Господи, всем помощникам нашим, участникам в деле Божьем, Господи, воздай и всячески их благослови. Благослови отца моего духовного Игнатия, отца Иакима, всех братьев Барнаульской Потеряевской общины, нашего интернет-содружества, всех здесь стоящих на молитве, Господи милосердный, благослови их. Не дай дьяволу никого похитить из руки Твоей, даруй каждому рождение свыше и водительство Духом Твоим святым. Хвала Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покроем афором любви Твоей от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милость Твою всем, кто помог братьям совершить миссионерское путешествие и другим благовестникам помогал, и посеянное ими даст обильные добрые плоды. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Всех участников в делах Божьих, Господи, вознагради. Виталия, Виталия, Наталью, 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 Елену, 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 Екатерину, 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 Евгения, Николая, Николая, Николая и других, кого я здесь не назвал сейчас. Господи милосердный, Ирину сохрани от всякого зла и от недобрых людей.
Благослови найти работу Николаю Роману по сердцу твоему. Защити Романа от кесаря, от неправедной мзды, которую хотят с него взыскать. Вячеслава, Илью, Анатолия, укрепи в семейных вопросах, дабы они не колебались от возмущения их жен. Болящих наших, Господи, посети. Сергия, Антония, Николая, Татьяну, Ольгу. Слава тебе, наш дивный и милосердный Господь. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю тебя. Сколько ты хранил меня и защищал меня от невидимых и невидимых опасностей, повреждений и злых духов. Ты предстоишь перед Богом и ходатайствуешь обо мне. И в смертный час не покинь, и на мытарствах проведи душу мою, и веди ее в Царствие Небесное навеки. Благослови, Господи, народ Твой еврейский, чтобы они приняли Сына Твоего Иисуса Христа как истинного Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русский, татарский, украинский, белорусский, казахский, армянский, грузинский, другие большие и малые народы, да обратится к Тебе остаток Твой и да изменит жизнь свою. Молим Тебя о неверующих, маловерующих или в ересе пребывающих. Господи, коснись их, если они предуготовлены для спасения. Владислава, Артема, Виктора, Павла, Лии, Софии, Ксении, Елены, Ольги, Григория, Надежды, Надежды, Людмилы, Николая, Василия, Марии, Алексея, Максима, Ксении, Виталия, Елены, Галины, Резиды, Розы, Владимира, Игоря, Вячеслава, Ильи, Олега, Анатолия, Юрия, Татьяны, Михаила, Алины, Александра и других. Изгони всякого духа злобы, если это будет на пользу, из Рустика, Александра, Александра, Романа, Андрея, Игорь, Максим, Максим, Владислав, Владимир, Александра. Слава тебе, Боже мой, слава тебе. Иоанн, Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивыми и довольными, и довольствоваться питанием и одеждой, и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, и устоять в верности Богу. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов Кирилла, Варфоломея, Ильи, Франциска, Бенедикта, Франциска и других епископов, Кирилла, Анастасия, Сергия, Пармена, Игнатия, Илариона, Тихона, Ануфрия, Максима, Всеволода, Антония, Порфирия, Лонгина и других, и священников, и диаконов, Георгия, Александра, Дмитрия, Артемия, Андрея, Михаила, Иоанна, Сергия, Павла, Владимира, Константина, Олега, Геннадия, Наума, Иакима, Святослава, Алексия, Николая, Дмитрия, Александра, извергнутых Владимира, Анастасия, Виктора, Андрея, Максима, Сергия, покрой любовью своею. Не дай погибнуть Глебу Грозовскому и не дай чаяться Владимиру. И благослови всех тех, кто является служителями Твоими, Господи Боже наш. Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога нас. Слава Господу Богу за святителя Господня Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Ездра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Аваруха, Иезекииль, Иосия, Иль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию и за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли и записали эти слова для нас. Исполни Духом Святым Твоим Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, содеянных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы,
Первый Верховный Петр и Павел, Святые Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира. Владимир, Владимир, Александр, Валерия, Сергия, Сергия, Рамзан, Рустам, Альсура, Эрдогана, Джозеф, Эммануэля, Олаф и других правителей, и да продлится еще мир на земле. Да дару там жажду исследовать Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, Господи. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Власий Харлампий, Косма и Демьян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Антим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Вениамин, Иосиф Падисеглеб, Авраамий Болбс, молите Бога о нас, Господи. Слава Тебе за Святую Библию и за дивных пророков. Господи, да укрепит Господь народ свой, дабы не принял никто начертание Антихриста и зверя на чело или на правую руку. Господи, вразуми священство обманывающих людей, что будто бы от предсказанных с Тобою казней можно избавиться ухищрениями, союзами, изобретениями, медициной, армией. Это сатанинская ложь. Если твои пречистые уста сказали, что будут в последние дни глады, моры, землетрясения, войны, и восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство, то так оно и будет. И это еще не конец, и сему надлежит быть. И этого никак нельзя избежать, Господи, потому что это все по любви Твоей, и Ты изрек это, чтобы не уходили из этой жизни, не примирившись с Тобою, ибо за гробом нет покаяния. Святые учители церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков, сектантов разрушь, развей и ни во что преврати. Господи, благослови призванных на фронт, изъятых из семей, Никиту, Максима, Александра. И духовное им рождение даруй, чтобы они были Твоими светильниками, чтобы они не стали убийцами, запятнав себя чужой кровью. Пощади томящихся в вузах, тюрьмах, психиатрических темницах, Илью, посети, Вара, посети, Господи, посети. Упокой, Господи, душу усопших в обителях небесных, отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан, Татьяну, Серафиму, Ольгу. Неонилу, отца Игнатия Алексия, Сергия Парализованного, Галину Капитолину Алексия, Тихона Марию и других. Ибо нет человека на земле, которые, живя бы, не согрешили. Прости им все согрешения, вольные и невольные, и душу нашим полезно сотвори. Аллилуйя. Также помяни митрополита Илариона, Феофана, епископа Евтихия. Святые жены и девы Феокла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера и Надежда, Любовь и Матерь к Софии, Наталья Адриан Варвара, Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескилла и Акила, Андроник и Юний, Киприан и Юстина, молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женова девам, и сохрани их от поругания и нападения недобрых людей. Да будет этот день благословен,
Жалься над наследием Твоим, да будут всюду мир и любовь и свидетельство этого миру о жертве Твоей. Благослови, Господи, на издательство трехтомного толкования на Новый Завет. Предохрани от ошибок, благослови всех делающих и от непорядочных людей, Господи, защити. Слава Тебе. Боже, милостив, будь ко мне грешному. Создавай, Господи, меня, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. И, Господи, соедини наши молитвы с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас, грешных, услыши и исполни наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. И мы молимся о незаповедавших. Коснись их, приведи их к покаянию и жалься над ними. Между нами да будет мир, любовь и согласие всегда. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святый Дух. Аминь. Говори, Господи, слушают и дослышат рабы Твои, голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро. Итак, продолжим читать Откровение Иоанна Богослова.